Так, дорогие друзья, я думаю, вам надоело эти домики строить уже, хотя два здания еще осталось. Это шериф вместе с тюрьмой и банк. Тогда будет все. А пока давайте сделаем небольшое стадо коров. И за мной. Так, как нам лучше это сделать? Давайте мы возьмем сначала. Так, выберем. Я в интернете нашел такую, и вам советую. Не обязательно референс вот этот брать. Главное понять принцип. Так, mesh plane. И plane по оси x. R, x на 90 градусов мы растянем. Так. Теперь уменьшаем его. Ставим сюда. Примерно. Вот так, да? Ну и давайте попробуем создать корову. Возьмем сейчас edit mode, возьмем вот этот ребро, ребра мы будем. Так, Е, пошли. Где-то вот так, наверное. Еще раз Е. S. Точка. GPZ. Это вот сюда. Мы сначала грубо сделаем, да? Потом уже будем все тут улучшать, увеличивать. Так, дальше идем. Такую тушку сначала сделаем, а потом посмотрим. Е, еще раз, вот сюда, уменьшаем, еще раз Е, вот сюда, сюда, увеличиваем, так, а сами поднимаем сюда, вот так, да, будет правильно, еще раз Е. Ну, тут вот, допустим, да, уменьшить тоже надо. Уменьшить вот сюда. Эту точку вот сюда, вниз. Прекрасно. Так, а это вот сюда. Ну, кто-нибудь раз в жизни-то видел коров? Поэтому, в общем-то, я не думаю, что это будет сложно сейчас создать нам хотя бы силуэт коровенка этого. Художник, который это делал, правда, немножко наерундил. Сейчас я объясню, почему. Точки. Сделал так, как не бывает. То есть он взял быка, придел к нему сиськи, вымя, да? Ну, так не бывает, ребят. Это бык. Зачем к нему надо было приделать какие-то маленькие, неуклюжие? Так, и теперь еще раз. Берем Е. Не-не-не-не-не. Вот это как раз совсем не надо. Это я очень боюсь таких вещей. Так. Потому что потом образуется что-то двойное и начинается. Так, Е, вот сюда. С мы это дело поплющим. Так, примерно. И вот это вот. G. Ну, потянем вот сюда. Пока ничего здесь делать не будем. Пока мы ничего здесь делать не будем. Единственное, что мы вот тут Ctrl-R сделаем. Вот так. И в этом месте живота, конечно, у меня есть. Это понятно. G. Вот так сделаем, да? Далее. Опять. Tins. G. Вот так.
Еще раз G. Вот так. Еще раз G. И считайте, мы с вами из коровятина уже оформили немножко. Так, вот так сделаем ее, да? А тут немножко опустим. Это хвост потом, ноги потом. Так, ну давайте еще поправим здесь немножечко. Уже по зету. Вот так. Уже по зету тоже. Так. Эти мы можем вот сюда направить. Это здесь. Ну и вот тут я бы хотел сделать кое-что. Так, Ctrl-R. Вот. И вот эту точку вижу. Теперь здесь мы можем ее тоже разрезать. Ctrl-R. Так. И вот это что, еще раз? Ctrl-R. Не. Вот так. А здесь что у нас? Так, подтянем. Так, а здесь, наверное, сюда. Угу. Давайте мы-ка еще раз Ctrl-R вот тут сделаем. И тогда вот это мы можем внести на G, Z. Вот так, так, а это... Ну, здесь тогда еще Ctrl-R. Ну так, напоминает, король, напоминает. Так, пузику еще, наверное, надо немножко разделить. И здесь добавить Ctrl-R. И вот эту точку вниз. Угу. Эту тоже вниз. Эту тоже вниз. Здесь еще и Ctrl-R-чик. И вниз. Точка, но не сильно. Вот так. Хорошо. Угу. Ну, чудно. Готово, Коровякина. Твоя фамилия Коровякина. Ее растянем. Е. Где-то она вот такая должна быть, коробка. Большая, да? Вот такая будет корова. Будет. Хотя. Подождите. Я, наверное, отодвину ее. Сейчас секундочку поставлю вот так. Скажу G, U, Y. То есть вот так отодвину. И теперь скажу Е. Вот в эту сторону. Вот так. Например. А далее я могу эту корову это всю. Ребята, мне нужна вся корова.
Вот так. Выбрать ее. Подождите. Ну да, все правильно. Мы просто ее как сейчас, секундочку, объект выберем. Так, где у нас, кстати, дырка? Здесь, да? Нам одной не надо. Объект, так, нет, вот. Но с одной стороны не нужно. А, ну да. Что-то я туплю, ребят. Туплю и все. Так, ну-ка, секундочку. Зачем я туплю? Мы просто выбираем Е, как нам нужно, вот так. Далее мы говорим, что Ctrl-R, вот так разделяем. И ненужные части удаляем, то есть вот эти. Идем сюда, смотрим спереди или сзади, какая разница. Берем вот это, выделяем. Берем D, выделяем все точки. Нет, вот эти только точки нам надо выбрать. И сказать, что мы их удаляем. Чудно. Дальше берем этот объект. Этот объект. Пока выключим. И двигаем его. G. Где у нас тут G по Y, да? Вот так где-то. Спереди смотрим. Видим, что надо еще. G по Y. Вот так где-то. По Y у нас должен быть 0. А что, минус 0 бывает, да? Минус 0. Бывает. Так, ладно. Назад. Я думаю, что она уже на месте. И теперь мы скажем объект set origin 3D курсор. Пойдем в модифери, возьмем меру. В оси Y, что ли? Нет, по оси X не пойдет. Что это такое по оси Z? Это что за странности? Ну ладно, корова есть корова. А теперь нам надо перейти в edit mode вот здесь и начать с этой коровой что-то делать. Но первое, что надо сделать, я бы хотел разделить это, да, Ctrl-R. Вот так. Так. Это правильно будет? И тогда мы сможем это и это подвинуть G по Y. Так, чтобы не были G по Y. Пузатая она будет у нас. К примеру, да? Так, к примеру. Ну, тут уже ясно, что мы будем сейчас делать. То есть сначала формировать корову, ее морду лица. Сначала все идет грубо, конечно.
потом все веселее. Ну, вот, когда я буду делать медведя, я уже знаю, как делать. Между прочим. Я уже знаю, как делать медведя. Вот он. Говорит, ты медведь. Да? Ха! Точно, блин. Смотрите, какой вид медик получился. Нам-то нужна корова. Вот мне интересно, получится у нас корова вот так вот будем делать по медвежьему. Так, там еще ухи, рога есть. Ну-ка. Ну, вроде правильно все делаем, но естественно придется повозиться. Ну, шея у меня тонкая. Вот так из нее медвежий дух и уходит. Правда же? А то прям, я не знаю, медведика сделал какого-то и все. Череп теперь кругловатый надо делать. Так. Ну тут тоже, наверное. Шнировод. Джи. Вот так. Ну еще, наверное, мы. Дело в том, что нам надо вот этот, скорее всего, завести сюда внутрь. Джи. По корове сделайте, так? А, да, да. Внутрь. Угу. И немножечко еще подвинуть по эксу. Вот так. Да. Да. Ну, пойдем теперь здесь лепить к хвосту поближе, да?
Похоже на корову. Еще нет. Ну, хотя, если мы ноги сделаем, голову уменьшим, а задницу увеличим. Где? Вот так вот. То мы получим корову. Ну, в общем, ребята, я вот сейчас еще туды-сюды повожу этими. Думаю, что, скорее всего, мне надо будет здесь сделать еще один. Ctrl-R-чик вот такой. С ним мне будет легче создавать. Ну, как легче? С одной стороны легче. Ну, допустим, крутизну боков, да? Так. И вот эти. Так, это правильно там. И если понадобится, то я смогу... Где? Тогда еще один тут провести. И тоже им попробовать поработать. Хорошо? Ну, в общем, ребят, я не хочу вас этим утомлять. Давайте мы пока оставим. Пока я до ног дойду, я тут сейчас буду двигать туды-сюды, подгонять под корову. Да? А вы пока отдохните. Чай попейте, кофе. Я выключаюсь.